Уважаемые наши друзья, наконец-то наступил воскресный день, прекрасный, солнечный, который очень хорошее настроение. Вот так вот мы готовим мотоциклы к погрузке, к очередной. Будем на следующей неделе их увозить. Снимаем пластик, заматываем, готовим. Сливаем бензин, потому что требования таможни не разрешено с бензином и с ГСМом по максимуму. Смотрите, какая солнечная хорошая погода. И в эту солнечную хорошую погоду у нас выдалась маленькая минутка радости. Мы решили поехать, покататься. Не поверите, на чем? Ну, конечно же, на лыжах. Вот. Вы не подумайте, мы ничего с утра не ели, ни траву, ничего, сноуборды, лыжи. Мы на посту, вся команда готова выехать. Поэтому мы поехали. Да, в продолжение забыл сказать, мы едем на большую, очень крутую, интересную гору. Называется район Тайная, да. Но выглядит она невооруженным глазом примерно вот так вот. Сейчас мы абсолютно обуемся, оденемся, натопчем здесь трассу крутую, нескольких категорий сложности, и рванем. Дорогие друзья, приехали мы на горку. Выглядит она примерно вот так вот. Подъемнички, горка. Очень все красивое. Андрей, ты готов ее порвать? Пойдем вот туда. Промежуточная остановка скоростного спуска. Сейчас дождемся Андрея. Это только промежуточная. Нам еще ехать туда. Там офигительный спуск. Ножки немножко подзабились. А еще вон он. Вдалеке. Так что мы не только на мотоциклах ездим, но и на лыжах. Просквозил. Чуть-чуть. Поехали. Я лыжу только. Подожди. Так, надо палку одеть вторую. Попробуем снять примерный распуск. Не знаю, как получится. Приберемся, значит, приберусь. Что ж теперь делать? Отличная горка. Это такая самая ручная. Сейчас чуть катаемся, поедем покруче.